Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, у нас близится полнолуние, и мы вместе с вами будем открывать финансовый поток. И мы будем это делать в ночь полнолуния. Напоминаем вам, что полнолуние нас ожидает ближайшее 5 июня в 22 часа 12 минут по московскому времени в знаке зодиака Стрелец. А значит, это полнолуние изобилия. Также это полнолуние и открывает коридор затмений. В одном из роликов мы говорили об коридоре затмений и рассказывали о том, что нужно делать, как себя вести с 5 по 21 июня. Ну а все желания, загаданные в этот период, будут иметь еще больше воздействия на вашу жизнь. Итак, друзья, в час полнолуния, это у нас, напоминаю, в 22:12 по московскому времени, подойдите к окну или выйдите на балкон или на улицу. Здесь очень важно, чтобы при чтении следующих слов вы были спокойны в этот момент и настроены на самый благополучный исход этого ритуала. Для привлечения финансового потока вам понадобится ваш кошелек и денежки. Несколько купюр нужно будет иметь и несколько монет, но здесь все на ваш выбор. Итак, берете по одной купюре и аккуратно складываете их в кошелек и приговариваете следующие слова. Еще раз, выходим на улицу, на балкон или становимся у окна, но находимся в пик полнолуния. Это, напоминаем вам, 22 часа 12 минут. Далее, вы берете свой кошелек. Берете несколько банкнот и несколько монет. И вот по одной купюре вы складываете в свой кошелек и приговариваете следующие слова. Свое богатство храню надежно, бережно с ним обращаюсь, звоном монет и шелестом купюр денежные потоки открываю, к себе богатство и процветание привлекаю. Точно так же вы можете и по одной монетке поместить в отсек для мелочи, то есть когда вы будете ложить. То есть сначала вы ложите банкноты, вот ложите те банкноты, ну, которые вот вам понравились, или вот которые, знаете, вот вы их берегли, а может просто вы получили недавно зарплату, и вот эти монеты вы складываете в свой кошелек, ложите и в то же время читаете вот слова эти заговора. Когда вы монеты ложите, то же самое это про воспроизводите эти слова заговора. Далее, ваш кошелек, когда вы все сложили, вам нужно положить на ночь под вашу подушку. Именно под подушку. Перед сном вам нужно представить себе, что вы стали, например, обладателем большой суммы денег. Вам нужно мечтать, что вы с этими деньгами будете делать, куда их потратите. Вы должны в этот момент представлять все свои эмоции, которые у вас будут в тот момент, когда вы получите деньги, и вы будете уже их распоряжаться по своему усмотрению. Также обращаем ваше внимание, что когда вы будете думать об этом, вы ни в коем случае не должны думать о том, что вам нужно погасить кредиты, если у вас такие есть, или какие-то долги. То здесь мы должны запустить процесс изобилия и привлечения денег. Очень важно. А долги и кредиты, к сожалению, они вы должны знать и запомнить на будущее, что они перекрывают ваши финансовые потоки. Вот представьте себе, есть течет ручеек, да, и вот он постепенно-постепенно увеличивается. И вы взяли у кого-то кредит, то ли в банке, то ли у своих знакомых, друзей, то вы должны понимать, что таким образом вы своими руками, условно, знаете, в этот ручеек ложите какие-то камни громоздкие, да, и ручеек начинает уменьшаться. Да, он пытается найти другие пути выхода для того, чтобы стать рекой, но в любом случае вы перекрываете вот этот основной ваш финансовый поток ваших денег. Вы должны запомнить раз себе и навсегда. Когда вы или ваши члены семьи берут кредиты, долги, вы должны понимать, что вы своими руками перекрываете себе денежные потоки. Запомните. И уже вот мы продолжим касательно ритуала, уже после полнолуния деньги из кошелька вы можете тратить по своему усмотрению. В последующие дни вы обязательно получите от Вселенной возможности для дополнительного заработка и получения денег. Что мы здесь имеем в виду? Вы должны понимать о том, что это не значит, что вы провели ритуал и вам прямо с неба посыпались деньги, как это в сказках или в каких-то мультиках. Нет, такого не будет. Вы должны понимать, что вы должны прислушиваться
прислушаться в этот момент к советам, к сигналам Вселенной, к вашему ангелу-хранителю, к тем людям, которые вас окружают. Потому что бывает такая ситуация, вы можете ехать в автобусе, в каком-то общественном транспорте, как пример. И в тот момент, и в какой-то момент вы слышите чей-то разговор. И слыша разговор, например, двоих людей, вы слышите что-то для себя очень важное. При этом они говорят, просто разговор ведут, да, обсуждают какую-то тему, а для вас посыл, то есть какая-то предоставленная информация. И вот вы начинаете думать, а что это, да? То есть, ну вы должны привлечь, то есть должно привлечь ваше внимание. Вы должны понимать, что вы никогда так просто так к чему-то не тянетесь, если вы обращали на это внимание, или вы просто так не делаете, да, потому что путей в нашем мире очень достаточно много. Так же самое, если вы выходите из своего дома, из квартиры, обратите внимание, вот вы идете именно сегодня так, а завтра вы идете именно так. То есть, да, то есть в какой-то степени все равно вас ведут ангелы-хранители, они вас же оберегают, архитектор, Бог, ну как кому удобно. Поэтому, пожалуйста, прислушивайтесь к сигналам Вселенной, к подсказкам Вселенной, к ангелу-хранителю, к Богу. И мы надеемся и хотим верить в то, что у вас все будет получаться. И даже уже получается, вы на правильном пути. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Если вам это видео было полезно, то обязательно в порядке поставьте лайк этому видео и в комментариях напишите «благодарю и принимаю». Мы вам посылаем энергию изобилия. Друзья, у нас растущая луна после 5 июня начинается. Мы с вами можем делать прекраснейшие ритуалы на привлечение денег, на привлечение изобилия в нашу жизнь, а мы так и будем делать, потому что мы волшебники, мы можем многое. Мы, друзья, с вами сейчас прощаемся и услышимся уже в следующем видео. Пока-пока!